Всем привет! Начинаю сегодняшний влог. Вчера даже не попрощалась с вами. Вчера с Юлей так хорошо посидели на пляже. Потом домой пришли, еще дома немножко посидели. В общем, мамы вчера отдыхали. Без мужей были, с детьми. В общем, хорошо вчера время провели. Утром переделала все дела. Как обычно, в принципе, стирка, уборка. И у нас сейчас 2:30, мы вот к пляжу подходим с Маркушкой. Фух, мошек столько, капец, у нас уже закончился вот этот спрей от мошек. Надо новый уже купить, там на пару раз осталось побрызгаться, даже, наверное, на один раз. И все. Купила, зашла в Магнит нектаринок. На 100 рублей, что-то так захотелось. Сегодня воскресенье, людей на пляже куча целая будет. Так что сейчас Маркушку поставлю, пусть покупается немножко. И буду его ложить спать и тоже буду купаться. Хочу покупаться. Загорать не сильно буду, а вот хочу купаться, поплавать. На пробежке сегодня не была. Спали как убитые. В общем, вот так. Муж работает. Чуть выходной не берет. Ладненько. Потом еще вам поснимаю, потому что иду по песку и неудобно. Коляска застреет прям. Мы уже сейчас будем заворачивать на пляж. У нас уже 6:20, с Маркушкой идем с пляжа, спит, не могу его разбудить. Накупалась, позагорала и уже все, солнышко начало затягивать. Мошек просто вообще не было, а это вот чуть последние дни столько мошкары. Надо найти дома где-то спрей был от мошек вот этих, такой... для взрослых. И нужно купить Маркушке будет спрей. Прям вообще меня всю искусали. У меня все чешется просто. Идем мимо дома. Там кто-то кушать готовит. Так вкусно пахнет. Мне уже кушать охота. Сейчас с Маркушкой придем. Покушаем. Полежим, отдохнем. И посмотрим еще на погодку. Если дождь не пойдет. Потому что вчера, допустим, вечером был дождик небольшой, моросил. И, в общем, покушаем, отдохнем и вечерком пойдем прогуляемся. Папа у нас на работе. Спит вообще, я его бужу, а он не встает. Ну, ладно, пусть спит. В общем, идем с Маркушенькой домой. Ой, чешется все. Прям не могу, искусали все меня. Вода холодная, я вот не пойму, хотя солнце светит каждый день, а вода вообще не прогревается, ледяная просто. Маркушка опять в луже покупался. А вода затекает, там мелкая, и она прогревается. Говорю, лужа. Ладно, все, пойдем домой кушать. Я прям голодная-голодная. Домой с Маркушей. Маркуша у меня с тарелки майонез, он вилкой. Две котлетки печеночные, немножко картошки, помидор, кусочек хлеба, который я уже ела. И печеночные котлеты люблю кушать с майонезом, поэтому майонез. Вкусный майонез-то, а?
Хрюшкин, у тебя суп вон стоит. Нет, вот руками не надо лезть, а, сынок. Ты как Хрюша. Ой, сколько времени? Уже 6 часов, наверное, сходила в душ, тело проскрабировала, потому что у меня кожа прям вообще сухая, прям белая. Ну, что-то, ну, наверное, не помогло. Я уже вообще так сильно загорела, прям черная сижу. А что мы сейчас будем кушать? Полежим, отдохнем немножко и, может, еще выйдем, прогуляемся, посмотрим. Нет, Марк, что ты делаешь? Что вот это такое? Ой, вообще. Хрю-хрю! Ой, сына! Вкусно? Все, хватит. Давай вытирать ручки. Ладно, будем мы кушать. Я, кстати, себе еще сделала капучино с шоколадом. В общем, будем мы кушать. Всем приятного аппетита. То мы уже голодные. Вышли с Маркушей гулять. У нас уже 8 часов. Муж домой едет с работы. Может, с нами погуляет. На улице тепло, но такой легкий ветерок дует. Муж ехал. И на его глазах человека сбили. Капец. Ну, вроде бы живой. Скорая увезла. Муж остановился. Остановился. Мало ли, может, как свидетель или что-то. Ехал. И мужчина шел по обочине, а потом резко дорогу начал перебегать. И все. Такие делишки. Мы сейчас по набережной прогуляемся. Не знаю, муж подъедет, не подъедет. Он еще минут 15 будет ехать, наверное. В общем, гулять вышли. Покушали, отдохнули. Муж нас забрал, мы с Маркушкой гуляли, заехали в Магнит, купили 30 яиц, это рыба, так, молоко, 2 упаковки, взяли, что-то курицу давно не ели, взяли ножки, завтра запеку в духовке, крылышки взяли, что-то мы давно так не брали. Так, здесь у нас лук. Это у нас чек. Муж мивины себе, этой вермишельки набрался. 1 большую морковку взяла. Сосиски вот такие Атяшево мясные, по скидке опять мы взяли. Там картошка и взяли виноградик такой, вот тоже был по скидке. Он, по-моему, без косточек идет. Такие были покупки. Мы уже насобирали наклейки. Можно будет купить мяч. Маркуша, не балуйся. На 1090 рублей вот скупились. Еще забыла показать. Вот такие конфетки взяли от Ламии. Очень вкусные. И Маркушке бутылку воды 5-литровую взяли. Сейчас, кстати, пойдем к соседям на чай. Девчулечки, всем привет! Буду продолжать вчерашний влог, соединю 2 дня, потому что вчера, ну, нечего было показывать. Сели с Маркушкой завтракать, у меня кофе, 2 хлебца с 2 сосисками, 1 яичко, яйца, это вообще, тут даже намека нет, что есть желток, белый просто вообще. Маркушке сделала омлетик и сосисочку тоже на сковородочке. Немного это. Так протушила. Привет всем скажи. Ика. Что это за новое тебе словечко? Ика. Ика. Ягода. Скажи, как ты говоришь? Ягода. Нас искусали на пляже вчера с Маркушей.
комары или чё, мошки, все чешется просто. Я уже вся исчесалась прям до вавок. У нас сегодня планы вообще большие. Кушать готовить, убирать. Стирку нужно с балкона снять. Погода у нас сегодня не очень, очень сильный ветер. И на пляж мы не пойдем, так что будем сегодня дома делами заниматься. Готовки у нас куча, да? Так что будем мы кушать и приступать к делам. Всем приятного аппетита! У нас уже на самом деле час дня. Маркошенька у меня уже, наверное, скоро спадки захочет, бегает. Резала лук, глаза прям слезятся. Нос подрумянился на солнце. Прям вообще черное-черное. В общем, посмотрела, что у нас там в холодильнике есть. Решила сегодня суп не готовить. Там вон есть на один раз мальчишкам моим, мужчинам моим покушать. Поэтому суп я сегодня не буду делать. Лучше я завтра сварю свежий. Суп там быстро сварить. Поэтому сегодня пусть доедают тот, который есть. Как раз им хватит. Сделаю гречку. И замариную сейчас курицу, запеку в духовке курочку, которую мы вчера купили, крылышки, ножки. Честно, так соскучилась за курицей, потому что в последний раз, когда мы закупались, мы взяли, скажите мне, филе индейки. И мне вот что-то как-то не сильно понравилось, я прям соскучилась за курицей. Поэтому вчера купили уже курочку, потому что у нас в холодильнике осталась одна рыба. Надо уже скоро будет ехать затариваться. Брысь, лезешь на стол. Куда лезешь? Ай-яй-яй, Тима. Давайте, в общем, покажу, как я буду мариновать курицу. Поставлю где-то на полчасика, пусть маринуется. Суп, повторюсь, я не буду сегодня делать. И хочу блинчиков наделать к чаю. Поэтому будем сегодня делать блинчики. На улице душно. 25 градусов, духота, затянуто все, но очень сильный ветер. Посмотрим, может, еще пойдем прогуляемся. И вечером хочу на пробежку, потому что сегодня спали вообще, я даже будильника не слышала. А то я уже сегодня третий день как не бегаю, поэтому надо сегодня вечером обязательно побежать. Все, давайте покажу, как буду мариновать курочку. Так, у меня здесь 4 ножки и 4 крылышка. Я так немножко сделала. Берем половинку лук, целый лук, либо половинку большого, у меня такая небольшая луковица, и режем на полукольца. Потом будем солить, перчить смесью перца. Потом добавлю всего понемножку. Я люблю так специи. Куркумы немножко добавлю для цвета. Я люблю, чтобы курочка прям такая золотистая-золотистая была. Паприку молотую. Потом у меня вот такая вот приправа от приправы для курицы. И вот такая вот смесь. Я не знаю, мужа кто-то угощал. Там тоже такая она красненькая, вкусная смесь. Вообще мне нравится для курицы, прям так написано, для курицы приправа, тоже вот такая вот упаковочка от приправочек. Мне нравятся вот эти специи, нужно ее купить. Такая классная, такая ароматная, курица с ней золотистая-золотистая получается, вообще забываю купить. Но я вот эту вот приправу для курицы сыпала сюда, у меня оставалось немножко, я сюда высыпала, поэтому сейчас все будем засыпать и оставлю где-то на минут 30-40, пусть постоит, замаринуется. Смажу противень маслицем подсолнечным и добавлю потом уже под конец немножко водички, чтобы была подливка. Потому что буду делать гречку, чтобы гречка сухая не была. В общем, давайте приступать.
мамы мороженое забрал, пришел, забрал и ест мороженое. Да? Вкусно? По полу не надо только. Пришел, забрал, со стола я поставила его. Ты жучок миленький. Вкусно, сынок. Первый раз, да, ты кушаешь мороженое? Холодное, правда? Надо его нагреть, чтобы оно подтаяло. А сейчас заберешь, крика будет. Кого ты смотришь? Машу смотришь, сына? Вкусно, Маркуш? Ты мой сладенький, вкусное мороженое, сынок. Ой, капает. Марк, вкусно? Сына. Он его не кусает, а облизывает. Сынок, ты Машу и Мишу смотришь? Маркуш, одна серьезность, одна серьезность. Марк, Маркуш, улыбнись, сын. Марк, сынок, ты что, плакать собрался? Марк! Маркуш! Маркуш! Что с тобой, сынулечка? Спать уже хочешь, да, зайка? У нас там гора вещей лежит, убираться надо, да, Марк? Ты трубочист? Ай, некрасиво, некрасиво, пальчик в носик. Дай мне мороженое, дай, дай мороженое. Это? Зачем? Не сияй! Марк! Маркуша! Ку-ку! Вообще... Ты серьезная колбаса? У нас уже 10 минут пятого. Маркуша у меня спит. Я часик буквально полежала, отдохнула и потом занялась делами. У меня вот сушилка стоит. Белья целая куча, нужно сложить. С балкона уже сняла все. Осталось мне все на места в шкаф убрать. Дожариваю блины, курочка готова, гречку я тоже сделала. А потом покажу вам блинчика у меня уже. Целая стопочка. Так, не кажется мало, но уже много получилось. Тесто у меня чуть-чуть осталось. Тесто я в предыдущих влогах показывала, как я делала. У меня здесь почти литр молока, открыта уж пачка была. Ну, пусть литр молока, 3-4 яйца можно взять. Я в этот раз 4 брала. Соды где-то пол ложки чайной я ложила. Пару ложек растительного масла. Мука на глаз. Соль, сахар по вкусу. Я ложу буквально щепотку соли. И столовую ложку сахара. Уже дожариваю блинчики. Так упарилось здесь. Жарко, душно прям. Балкон открыт, но все равно на улице духотища. Чтобы у вас не было сухих кончиков, я вот так прохожусь по краю лопаточкой.
и кончики сухие не будут. И вот что собирается на лопаточке, просто об салфетку вытираю, и они тогда, кончики не сухие у блинчиков. У меня все тело чешется, мошки искусали прям вообще. Полы помыла уже. Осталась мне вот одежда и блинчики. Вот тут буквально немножко осталось. И все. И поставлю Маркушке, разогрею кушать. Буду его уже скоро будить, если сам не проснется. Покормлю и быстренько пойдем полтора часика погуляем. Потом приду, приготовлю что-то мужу на ужин. Он придет, если он пораньше придет, то чтобы он пришел, уже было все накрыто на стол. Он с Маркушкой останется, а я побегу на пробежку, потому что не бегала. Заказывала я не селфи-палку, а штатив, который у меня после третьего использования, в общем, сломался. Такой штативчик был небольшой. Такой удобный, у него вот это вот все гнется, можно в любое место прикрутить. Но жалко, он сломался. Пластиковая вот эта вот закрутка, и она напополам сломалась. В общем, ты тут никак даже не приклеишь, надо будет заново заказать. Он стоил 100 рублей, там 117, по-моему, рублей надо будет еще заказать. Я открыла спор на Алиэкспрессе, и мне вернули деньги за него, поэтому можно новый заказать. А этот выбросить, все лежит, что-то... И жалко выбрасывать, его нафиг не нужен. В общем, выкидываю, новый закажу. Так, руки помыть. Я обожаю блинчики, но делать их это вообще трагедия. Жарко, еще возле плиты стоишь. Муж уже 11 дней без выходных работает. Спрашиваю, когда выходной возьмешь. Не знаю. В общем, не берет выходной. Я хочу, чтобы он взял выходной. И мы все вместе просто хорошо провели время. Хочу поехать в город. Там есть парк красивый. Его там обустроили в этом году, по-моему. Там фонтан есть такой красивый. И мы там ни разу не были. Я вот хочу туда поехать, просто прогуляться, знаете, хорошо время провести, зайти просто по мороженке купить и все, погулять. А то сидим дома, мне уже надоело. На пляж тоже, вроде бы так хотелось ходить на пляж, а ходишь, сама там лежишь. Юля, она не может, соседка. Мы вместе с ней иногда ходим, но когда у нее выходной. А выходной у нее редко, и тоже, знаете, есть свои дела, детей трое, поэтому не всегда получается вместе пойти. Лежишь, как идиот, сам на этом пляже, Маркушка поплескался, спать уложила, и все. Как бы скучноватенько мне. Да и показывать нечего вам, все одно и то же. Вот так проходят будни мамочек. Скучно и однообразно. Прогулки, уборка, стирка, готовка. Больше ничего. На улице духотища, прям вообще. Ну, небольшой ветерок такой легенький, но душно. Прям духота. Нам надо покормить срочно голубей. У нас целый пакет хлеба, там крошки, хлеб мы собираем. Допустим, остается от хлеба кусочек. Чтобы его не выбрасывать, мы собираем, засушиваем и потом ходим с Маркушкой птичек кормим. Так, блинчик смазать. В общем, буду дожаривать блины, доделаю все дела и потом уже
пойдем с Марком на прогулку, когда все дома доделаем. Еще хочу пройтись, пыль быстро протереть, потому что окна открыты, залетает. Нужно протереть пыль. В общем, ладно, буду я допекать блинчики. Там уже у меня буквально пару блинчиков осталось. Тесто вообще пустая уже тарелочка. Дегустатор проснулся, да? Ты дегустатор? Уже два блина слопал. Вкусный блинчик, Марк. Наломала ему, так меленько нарвала. Кушает. Сейчас супом еще попытаюсь его покормить, но, видимо, он уже аппетит перебил блинами. И будем сейчас собираться гулять. Да, Марк? Вышли с Маркушкой гулять, у нас уже 7 часов почти. Сейчас пойдем купим спрей от мошек. У меня есть для взрослых, а детский закончился, но я коляску так попшикала, потому что вообще нереально, съедают прям. Меня всю искусали, я прям чешусь. Муж задерживается на работе, сказал, скорее всего, задержится, так что я не знаю, смогу на пробежку пойти или нет. В общем, посмотрю. На улице духота такая, жарко. Фух, прям вообще атаковали. Нереально выходить на улицу. Маркуху тоже, кстати, покусали, видимо, на пляже. Тоже ручки красные. Я прям порасчесывала. Да, баба. Что-то я побрызгалась, они еще больше ко мне липнут. Что-то нифига эти спреи не помогают. Дома все сделали, чистота, порядок, кушать есть что. Так что мы погуляем часик. С такой мошкарой сильно долго не погуляешь. Терпения не хватает. Пришли на набережную, просто вообще кишит надо мной. Я уже раза три побрызгалась. Они просто меня съедают. Видимо, от воды притягивают. Смотрите, прям вот видно, как летают. Будем мы, наверное, отсюда уходить, потому что вообще нереально. Они вон надо мной прям кружат. Пошли мы куда-нибудь на площадку. Прям вообще съедают. На Маркушке вон тоже куча сидит. Пошли, спрей купили, они нас уже, блин, съели. Нереально прям. Вообще, смотрите надо мной сколько. Меня вот тут укусило. Там даже, по-моему, видно красное. Прям чешется теперь, блин. А, мошкары. Я вообще в шоке просто. Не было столько. Вообще не было мошек. А это прям буквально вот дня 4-3 прям вообще атакуют. Ужас. Меня прям съедают нафиг. Взяли самокат с собой, но что, он не хочет кататься. Вообще, девочки, съедают просто. Смотрите, кишит над Маркушкой. На капюшоне. Вон, смотрите, сколько сидит мошкары. Это вообще ужас, ужас просто. Не упади, смотри, залез. Ой, все, пошли домой. Полчаса прогулялись. Нет, сколько? Минут 40. Прошлись. Мы... Даже 50, наверное, мы без 20 вышли. Это вообще просто съедают. Нереально, нереально идти. Прям кусаются, у тебя раза, а? Других слов просто нет. Прям всем он ходит, машется, все с баллончиками. Нифига вообще не помогает. Смотрите, сколько сидит на Марке. Это вообще... Глазки, глазки, покажи. Ой, все, пошли мы домой. И домой купила батон. Хлеба что-то не было в нашем магазине, какой-то весь черт. Это вообще все искусали. Все про... До сих пор вон летают, блин.
Ужас! Столько мошкары, просто вообще нереально. Же в квартиру позалетала. На улице душно, Маркушка, он весь ужарился. Я думала, там холодно, хотя ветер такой, знаете, сильный. Зашла в магазин, Маркуша в коляске сидел возле магазина, дверь там открыта была. Я хлеб положила, 100 рублей дала продавщице, чтобы она сдачу мне... Ну, пока она, в общем, мне там сдачу давала, я выхожу на улицу за Маркушей, смотрю. Просто вот так всего. Вот, капец. Мошки, атака просто. Надо, видимо, днем выходить. Я вообще черная, прям. Надо выходить днем гулять. Летают. Это вообще не было. То комары, то, блин, мошки. Днем надо, видимо, выходить гулять, когда жара. Когда жара, их, наверное, не будет. А вот вечером. Это ужас, Маркушеньку, он бедного покусали всего, да, зайка, искусали всего. Да, сладенький мой, тебя стричь надо. Это вообще, я вся и провонялась вот этим средством, я на тело прям брызгала. А толку никакого вообще, они просто кишат над тобой, блин, такой комок над тобой летает, и кусают, в глаза лезут, укусила, вот, смотрите, красная, прям болит, блин. Ох, короче, мы толком не погуляли, потому что нереально, вот вообще нереально гулять. Поставила чайник, он сейчас закипает, попью чайка с блинчиками, потому что я еще не... Чай не пила, блин, пару блинчиков всего лишь съела и все. В общем, буду пить чай сейчас. Уже 8 часов у нас. Не знаю, муж когда придет. Если он придет пораньше, то побегу на пробежку. А если уже слишком поздно, то тогда уже утром побегу. В общем, буду сейчас пить чаек и будем отдыхать и нашего папу ждать. Такой у нас день получился. На сегодня уже буду с вами прощаться. Соединю 2 дня вам в одно видео. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем пока-пока. У меня рука, как у негра. Ладошка белая. Здесь черная. Это вообще, смотрите, разница, да? Ладно, пока-пока, все.